Добрый день снова, с вами Дмитрий Митрофанов. И на этот раз вот такой робот у нас по мотивам робота из фильма «Терминатор 3». Там ездили такие машины разработки Skynet. В фильме машины-убийцы, такие с двумя пулеметами, шестиствольными миниганами М134. Ну и все там покрушили в этой лаборатории, где Skynet разрабатывали. Ну, заказали такого робота. По мотивам, скажем так, сделал немножко похоже, немножко не похоже. Ну, как получилось на мое усмотрение. Значит так, из чего главные, значит, вещи? Тело сделано из москвичевской вилки сцепления Москвич-412. Обрезаны у нее уши, которые держат подшипник. Обрезан низ, который вставляется в шток цилиндра сцепления. Так, это все поставлено на гусеницы. Из чего сделаны у нас гусеницы? Взята балка от Dell Nexia 2007 года, задняя балка. Разрезаны на вот такие сегменты. Здесь две части сварены вместе. На это натянута цепь ГРМ в виде траков гусеницы. Ну и добавлены шестеренки. Это шайба от кроссовки на болгарку. Вот такая получилась гусеница. Две штуки таких сделал. Пошире два ряда цепи пустил. Это у нас просто профиль прямоугольный. Шайба или тарелка от клапана. Клапанной, значит, системы, да, по-моему, тоже с москвича, Москвич 412 ГБЦ. Вот там стоит такая шайба, тарелка. Это полосочка просто, значит, из, опять же, этой балки Dell Nexia сделана вот такая подставка, специально вот так вот выпилена, чтобы было красиво, как в фильме. На нее поставлен, значит, половинка шкива генератора. И уже вот это тело приварено сверху. В середину вставлен, вот тут видно, держатель шариков от шруса. И вот такие две шайбы. Вот эта вот шайба. Это был, значит, грунтозацеп металлический. Советский на колесо надеваешь, он там состоит из цепей и металлических пластин. Сейчас современные идут на резинках китайские. А это старый советский вот такой вот был с ключом. Значит, его натягиваешь, вставляешь сюда ключ, поворачиваешь. Ну вот он не пригодился никому, был попилен. Вот такие две шайбы. Значит, и прутки от принтера в качестве тяг. Значит, и подставок. Что еще? Значит, пулеметы, сами пулеметы. Пулеметы сделаны из прутков. Прутки от принтера. Нарезал 6 одинаковых по длине прутков и один поменьше в середину. Все это стянул резиночкой или изолентой. Уже не помню, как делал. В разных вариантах пулеметы эти делал. Обтянул все это, проварил. Вставил опять же в квадрат. Вот такой у нас получился пулемет. Ну и из велосипедной цепи сделал подобие, значит, что там. У него идет пулеметная лента, из тела откуда-то выходит. Вот такую вот сделал подвижную пулеметную ленту. Так, все это сверху прикрыл частями диска вариатора от скутера Honda Dio. Я не помню, какой это скутер был у меня. Вот. И сзади, опять же, спину прикрыл вилкой сцепления. Это вилка от какой-то иномарки, по-моему, с BMW, что ли, там было написано. Ну, могу ошибиться, в принципе, это не суть. Вот. Такая железяка тяжелая. Так, из чего делал голову? Голова у него там такая овальная. Взял трубу. Трубу сплющил, чтобы получилось вот такой формы. Прикрыл сбоку
металлическими пластинами, все обварил, получилась такая башка. Ну и сделал такой, значит, лицевой щиток. На нем точками сварки сделал там, там у робота светодиоды горят красные такие вот. У него такое еще злобное выражение лица, мелкое. Ну не знаю, как у меня вышло. Такое какое-то хитроватое, по-моему, вышло больше. Вот такая, значит, у нас машина-убийца. С вами была мастерская Дмитрия Митрофанова. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. У нас еще много интересного.